Ребята, смотрите, в общем, вот полка, чтобы вы понимали ее размер. Подойди, Милена, рядом встань. Мы ожидали, что это будет, знаете, как шкаф такой. Почему-то по размерам мне показалось, что будет нормально. Оказалось, вообще мысипусенькие вот. Малехонькие совсем шкафчики. Тут Милена свои носочки сложила. Тут всякие игрушки, видите? Настольные. Да. Смотрите, это школьные правила, чего нельзя делать. И, кстати, вот так очень легко учить язык по картинкам и по надписям, потому что сразу становится все понятно. Я пришла забрать легитимацию. Что? Пока никого нет. В общем, смотрю, тут картинки детские делают. Вот, смотрите, а это что? Как нельзя говорить? Значит... В общем, что я поняла, это зевание, жевать жвачку с полным ртом, и что-то нельзя делать в уши, нос и зубах. Дубанья. Дома переведу слово. Все, получила школьную легитимацию. Теперь у нас будет скидка на проезд. Сегодня с ночи спит. Милена дома, у нее каникулы, и у меня сейчас будет работа. Я так люблю быть дома одна, знаете, никто не мешает, никто не трогает, и спокойно работать, потому что поскольку у меня home office и нету отдельной комнаты, очень неуютно. Вон, смотрите, с какими собаками гуляют, такие красивые. Как все. Мы недавно шли, когда гуляли вот с Катажиной, с детьми. В общем, бабушка одна гуляла с собакой. А собака достаточно такая агрессивная. Она была не в наморднике. А у Аллы куртка такая красного цвета, яркая. В общем, Милена с Аллой идут. И, в общем, выбегает эта собака. И вот так кидается на Аллу, начинает гавкать. Естественно, ребенок испугался. А та бабка, как ни в чем не бывало, держит себе молча собаку, даже не поругала ее. Но, естественно, что собака должна быть в наморднике. И что вот тут скажешь? Ничего не скажешь. Сейчас зашла в Бедренку, мне нужно было купить молока. Смотрите, что я купила. Я купила сковородку, я купила простынь. Сейчас дома покажу. Объясню, почему купила. Нам нужно было маленькую сковородку купить, потому что Милена жарит себе на завтрак одно яйцо. Я делаю омлет с более меньшей порцией. И получается, что мы все время юзаем одну сковородку, и она неудобная тем, что она большая. А тут как раз была вот этой фирмы Смуки, мне нравится она. И простынь. Я давно хотела купить другую простынь, потому что я как-то на видео показывала, что простынь, которую я купила, она просто села. Из двух концов у нас диван торчит. Ну, знаете как, оно без конца вот это все съезжает и уже надоело. А тут я захожу в Бедренку и смотрю, они только привезли, тоже это компания Смуки. Они привезли эти простыни, там наборы были всякие разные. Я, в общем, думаю, что не взять. За все я заплатила 50 злотых. Вот, вместе с молоком. Вообще отлично. Сейчас, наверное, снимать дома ничего не буду. Надо соблюдать тишину. Руслан спит. Милена пожарила вкусные гренки. Вот, смотрите, ребята, какая сковородка. Ручка, кстати, очень удобная. Она немного прорезиненная. И дно мне нравится. Отличная простынь, хорошо села и по цвету, и по размеру. Смотрите, какую паутину сплел паук. И знаете, это вот за всю ночь. Посмотрите, какая огромная.
И паук, кстати, очень вырос. Он был такой маленький-маленький, стал намного больше. В общем, он плетет паутину, видно, очень голодный. Сейчас, ребята, покажу вам самый простой рецепт полезного салата. Стоит он недорого. Морковка и редька, дайкон. Все. Видите, за счет чистилки вот этой, они, получаются отходы очень маленькие, тоненькие. Я вам показываю. Все, видите, я натерла морковку и эту редьку. Посолим немножко, буквально там три щепотки, и масло растительное. И все. Я это все сейчас перемешаю, оно настоится и получится очень вкусно. Все, салат готов. Я уже попробовала. Я очень люблю. Знаете, он такой зимний, весенний. Я люблю такой салат. Его готовила моя мама. У Милены свой салат, видите? Зеленый. У меня свой салат. Сейчас я пыталась выяснить в Сбербанке, как я могу свою сим-карту, так скажем, привязать к Сбербанку, да, чтобы я могла получать уведомления на польскую сим-карту, не на российскую. Потому что у меня, чтобы я могла получать уведомления на польскую сим-карту, не на российскую. Потому что у меня уже там набежало долг минус 1700 рублей, непонятно за что. Потому что приходят только одни вот уведомления, если я что-то оплачиваю, мне нужно подтвердить платеж. Здесь нету таких, знаете, как блик и так далее. То есть все происходит через смс уведомления в телефоне. И значит, мы позвонили в банк для того, чтобы нам подключить наш польский номер как раз-таки к этой функции. Они сказали, что вы не можете это сделать, мы подключаем только российские номера. Вот почему такая проблема, да, я хочу пользоваться этим банком, я хочу пользоваться своей картой, а я не могу. Я должна платить бешеные деньги за роуминг, чтобы получать уведомления и пользоваться этим банком. Ну вот что за несправедливость такая, вот почему, объясните мне. Что я сейчас выяснила? Я зашла на Мегафон, это мой оператор в России, я зашла в свой личный кабинет и посмотрела, почему у меня такая большая сумма набежала. Оказывается, мне звонили на мой номер Мегафон, наверное, 5 дней, да, были разные. А я даже не смотрела, что мне звонят на Мегафон. Она у меня, сим-карта вставлена, потому что мне нужно там, вот опять же сейчас я плачу за вакансии, туда-сюда, без конца эти деньги перекидываю, и мне смс-ки приходят. И оказывается, мне вот звонили на мой номер, то мне с Хэдхантера звонили, то мне работу предлагали, в общем, то мне папа мой звонил на мою, оказывается, на номер Мегафона. Я-то думала, мне все звонят на оранж, и принимала все звонки. И все, у меня вон минус 1700 рублей, сейчас буду платить. Вообще, просто так, оказывается, там, если в этот день был хотя бы ты принимаешь звонок, или звонишь, или выходишь в интернет, платишь 359 рублей вот за этот день. Вот у меня было 5 раз по 359. Вообще просто вот выкинуть деньги можно. С ума сойти. Сейчас отключила сим-карту эту и все. Потому что хватит. Вот, видите? Вот так бывает.